Здравствуйте, мои дорогие друзья и преподаватели. Меня зовут Ясин, Ясин Алпаслан. И я хочу вам сказать сегодня о нашем человеке Юрий Никулин. Юрий Владимирович Никулин – выдающий российский и советский актер, артист цирка, клоуном и народный артист СССР. Он родился 1921 года в городе Демидове. Он прожил свое детство, как обычный советский мальчик. Но когда ему было 7 лет, его учителя сказали, он действует как клоуном. Но для Никулина это слово было как комплиментом. После службы в армии Никулин стал клоуном в цирке. В 1958 году Никулин впервые снялся в кино. Фильм называется «Девушка с гитарой». Леонид Гайдай был режиссером многих фильмов, в которых снялся Никулин. После фильма «Пес Барбос» и «Необычный кросс» эти три актера, Никулин, Винсен и Маргунов, стали легендой. По-моему, самый известный фильм Никулина – «Операция И». Почему И? Чтобы никто не догадался. Ну вот так стать из фильмов Никулина самый популярный, самый известный. Например, «Жить», как говорится, «хорошо». Ну, «хорошо жить» еще лучше. На еще... Я не трус, но я боюсь. Вот так жители Советского Союза каждый день использовали эти словами, и они стали очень-очень-очень известны. Напротив, фильм «Старики разбойники», который мы все видели, он тоже сыграл драматическую роль. Даже если он умер в 1997 году, его фильмы делают люди счастливы и смеются. Его никогда не забудут.